4 сентября в Каспийске пройдет очередной турнир Fight Nights Global. В преддверии грандиозного вечера боев в Махачкале состоялась встреча президента компании Камила Гаджиева и участников главных поединков вечера с фанатами. Тему продолжит Курбан Рагимов. Я приеду в Россию, чтобы уничтожить тебя. Я покажу шоу. Мне нужна победа. Вот так дерзкий бразилец Диего Брандау разогревает интерес к поединку против Ахмеда Алиева. Ответ бойца Eagles MMA последовал без промедления. Я на все 100 готов, и психологически, и физически. И сейчас прохожу сбор в Хонзахе под руководством Раслана Даминалиева. Он видит мою форму, он видит мою психологию. Все. На этот вопрос он тоже может ответить, насколько я готов психологически. Но физически я уверен в себе. На все 100. В течение часа с небольшим любители единоборств задавали вопросы президенту Fight Nights Камилу Гаджиеву и бойцам Ахмеду Алиеву и Шамилю Амирову. Последнему в родном Каспийске предстоит сломить сопротивление опытнейшего Русимара Пальхараса. Первый план – не дать ему пройти в ноги. И, как сказал Ахмед Алиев, не засиживаться в партере, разбирать стойки, по-моему, действовать. Наверное, пока вот так все. Дагестан богат на таланты в единоборствах. Однако в силу большой конкуренции внутри республики не всем удается реализовать себя в профессиональном спорте. Этот вопрос попытаются решить в новом промоушене. Совсем скоро Fight Nights презентует младшую лигу. Двери этого промоушена для всех открыты. Будет проходить по 15-20 поединков в день. Поединки будут проходить по профессиональным правилам, в клетке. Результаты будут заноситься в шельдок. Я лично буду стараться на всех этих турнирах присутствовать. Именно через эти турниры мы будем узнавать имена будущих, скажем так, героев. В беседе болельщики услышали имена участников предварительного карда. Узнали об убытках, которые приносят ивенты в Дагестане, а также имя человека, который составляет пары бойцов для турниров в нашей республике. Могу сказать, что конкретно в этом случае мой старший товарищ Зиудин Магомедов, он по-особенному относится к турнирам в Дагестане. Могу сказать, что несмотря на его высокую занятость, он там лично согласовывает весь файткард дагестанский, по крайней мере, 6 основных боев. И мы с ним долго думали, как расставить бои в Дагестане, и в итоге решили, что главный бой вечера – это Алиев и Брандау. Турнир Fight Nights Global 73 пройдет 4 сентября во Дворце спорта имени Али Алиева. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.